вами Наталья Мапола. Сегодня будем с вами делать серьги из натуральных камней и бусин. Я покажу вам, как из вот такой кучки разноцветных камешков сделать красивые, модные, интересные сережки. Если вам интересно, оставайтесь вместе со мной, и я покажу, как это сделать. Итак, нам понадобится для создания наших сережек пара швинц, несколько пинов гвоздиков со шляпкой вот такой, бисер, немножко бисера золотого цвета и непосредственно такие разные камешки. Это сколы натурального камня, крашеный горный хрусталь, такой лимонного цвета и тигровый глаз коричневый с переходами и несколько вот таких бусинок. Итак, приступаем. Я заранее надела на пины в такой последовательности бисерина, камешек, бисерина. И далее нам нужно эту заготовку превратить в подвесочку с петелькой. Мы делаем это как обычно, при помощи наших инструментов, наших помощников. Отгинаем под углом 90 градусов наш гвоздик. Отрезаю сантиметр, оставляя. Лишнее обрезаем. И круглогубцами я делаю петельку внахлёст. То есть петельку, которая вот так несколько раз у меня оборачивается. Для чего? Для того, чтобы было более прочно, более крепко и не выскочило в промежутке, где соединение. Вот нам нужно сделать все наши заготовочки таким вот образом. То есть покажу еще раз, кто не знает, кто знает, можете момент этот пропустить. Отгинаем пин под углом 90 градусов. Отрезаем лишний хвостик, оставляя вот здесь 1 сантиметр. Круглогубцами делаем петельку ровненькую внахлёст. Ой-ой-ой. Где нужно, поджимаем. И вот что получается. Итак, нам нужно сделать таких заготовок 9 штучек. Я взяла такие камешки, буду чередовать, то есть на колечко надевать по 2 с каждой стороны. То есть, вернее, 2 штучки, то есть слева и справа, и буду чередовать. Вам нужно тоже все заготовки, 9 штучек, сделать вот таким образом, с петелечками. Ну вот, все наши бусинки превратились в такие вот подвесочки с колечками. И нам осталось собрать сережку. Покажу, как это делать. Я вот разложила в таком порядке, как я буду крепить. То есть на первое колечко слева я буду крепить 2 подвески, а справа на это же колечко буду 1 крепить. В следующее колечко с этой стороны я буду крепить 2 бусинки, с этой 1. На следующее колечко 1 слева, 1 справа. И последнее колечко у меня будет вот такая 1 бусинка. Итак, приступаем. Я креплю, всегда собираю сережку снизу, с нижнего первого колечка. Вот так крепим первую бусинку, закрываем. Далее берем следующее колечко, раскрываем его. Вначале крепим предыдущую, самую первую нашу бусинку. И далее, как я уже говорила, слева и справа у нас будет по бусинке, по камешку. Вот слева я надела. И точно так же справа. Закрываем. Вот так. Следующее колечко
Раскрываю. Креплю нашу конструкцию вначале по центру. И слева и справа будет у меня, значит, это первое колечко, вот бусинка. Второе колечко мы цепляли по одной, слева и справа. А на третье колечко я надену две бусинки с левой стороны и одну бусинку с правой стороны. Вот так. И закрываем. Для чего это нужно? Чтобы изделие было более пушистое в серединке. Гроздочка, чтобы была более пушистая в середине. И нам осталось последнее колечко. Раскрываем. И нам осталось последнее колечко прикрепить. Вот мы берем предыдущие. Здесь слева у нас две было, справа одна. И по центру крепим вначале колечко. Вот так. И затем уже крепим оставшиеся. Смотрим, здесь у нас было, ну, смотря как повернуть, да, вот я держу, у меня справа две висят висюлечки. Значит, я буду крепить слева, то есть на противоположную сторону. Две штучки креплю. Вот так. А на противоположную сторону одну бусинку. Вот так. И сразу швензу. И закрываем петелечку. И вот наша сережка. Сережка-гроздочка готова. Точно так же, в такой же самой последовательности, мы собираем вторую сережечку.